говорим о надежности энергии теплоснабжения, о современном уровне производства, об обеспечении международных проектов. Мы считаем, что во многом эти достижения этих показателей формируют представление граждан об эффективности работы правительства. Вчера было очень много рейтингов об эффективности работы и правительства, и различных министерств опубликовано. Нам действительно близка идеология открытого правительства, которая на сегодняшний день развивает диалог между экспертным сообществом, представителями бизнеса, гражданским обществом и властью. И вы знаете, что Министерство энергетики, одно из первых министерств, опубликовало на своем сайте публичную декларацию целей и задач Министерства на 2013 год. Декларации открыты для широкого обсуждения, приоритетные направления нашей деятельности. Каждое решение, принимаемое для реализации этих задач, открыто обсуждается с экспертами и представителями бизнеса в экспертных советах Министерства энергетики, в Совете рынка, на площадках Агентства стратегических инициатив, проходит общественное обсуждение на сайте Министерства. Конечно, декларация не исчерпывает все направления публичной активности Министерства. Минэнерго развивается и уже приносит практический результат такие формы взаимодействия с обществом и бизнесом, как консультативный совет по инновационному развитию, общественная приемная и другие. В ближайшее время будет сформирован общественный совет Министерства энергетики. И очень важным для нас стало, в том числе, подписание тарифного соглашения в электроэнергетике. Именно честный открытый диалог позволил нам найти компромисс, устроивший всех участников переговорного процесса. Я рассчитываю, что формируемый нами дух высокой социальной ответственности и открытости в работе Министерства энергетики станет для всех наших сотрудников и представителей отраслей топливно-энергетического комплекса одним из важнейших приоритетов своей деятельности. Уважаемые коллеги, перед нами стоят сложные и амбициозные задачи. Решать их, безусловно, придется не с чистого листа. Мы продолжаем работать. И по каждому из направлений деятельности, которые я обозначил в своем докладе, уже имеется хороший задел. Я уверен, что наша слаженная динамичная работа нашего высокопрофессионального коллектива, всех тех, кто вкладывает свои силы в развитие энергетики, будет позитивно воспринято обществом и принесет ощутимую пользу российской экономике. Позвольте еще раз вас всех поблагодарить за итоги работы прошедшего года и пожелать успехов и дальнейшей целенаправленной деятельности на нашу среднесрочную перспективу. Спасибо.